Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, с вами Диспетчер, и мы начинаем сегодня интересный ролик, который продолжение Воронежа. Помните, я в Воронеже вам показал, как необычный звук и появился необычный НЛО корабль. Сегодня также, но звука уже не было, но этот корабль ушел куда-то в небытие. Вы можете утверждать много, вы можете гадать хоть тысячи раз, но это так и есть, дорогие друзья. Никто вам правду не скажет, и вы правду не узнаете, только если сами это не увидите или не поверите тем людям, которым вы им доверяете. А так, смотрите этот ролик, ставьте лайки и думайте, что будет завтра.